Значит, вот я упомянул турбазу Дома ученых на речке Гавы. Мне там довелось быть несколько раз. Я наблюдал эту обстановку. И там всякие физики, лирики под влиянием присутствующих там всяких Акуджав, Никитиных, Берковских тоже вдавались в творчество, начинали сочинять стихи. И Берковский написал музыку на стихи своего друга Александра Кулыманова, который вот как бы, ну, немножко подражание Акуджаве написал после посещения Братинского поля такие вот стихи. Гусарская песня получилась. Через поле гусар скачет, донесение везет. Он до места не доедет, в него пуля попадет. Круглая свинцовая наповал. Зря гусар усы крутил, кудри завивал. Зря гусар усы крутил, кудри завивал. С той поры карнист отбой много раз трубил. Круглый шарик в этом поле многих перебил. Круглый и свинцовый наповал. Каждый имя перед смертью четко прошептал. Каждый имя перед смертью четко прошептал. Вдовы строили часовни, замуж выходили. Ах, зачем гусары вас рано так убили? Круглым и свинцовым наповал. Каждый зря усы крутил, кудри завивал. Каждый зря усы крутил, пока что мимо нас.